Сама я вижу. Давай. Снег! Снег настоящий. Вон еще. Еще, еще снег. С этой скобой. Речка такая красивая. Да, типа того. Такие красивые домики. Снежочек. Доночки. Наверное, это шале. Представляешь, там была это бассейн в шале. Сауна. Кухня своя. Сноубордист и лыжник. Покажи давай. А, перчаточки. И покажи, сравни с Игорем перчатками. Покажи. Это лунные перчатки. Мы были люди.
Дозу.
Полетели. What we want is a game where it always seems that the good side is about to lose. I'm really serious danger of losing. But managers always to sneak out. So then what's necessary seems that the good side is about to lose. I'm really serious danger of losing. But managers always to sneak out. So then what's necessary is a system in which the good side is always winning, but never is the winner. Where the evil side is always losing, but never is the loser. So then what's necessary is it's
самое важное, как спокойно спуститься. Внутреннее состояние абсолютно спокойно. Уже не, не это, не стрелять, как вчера. Смотри-то, я вот сейчас аккумулирую. Это просто это, случился кота. Ничего не выключили. Кстати, мы все пробовать возьмем включить это. Трансляцию. Да! Дары ему КВС. Напиши спустя таска трасса. Лайв. Оно будет прерываться. Понятно. Пошла слизь. А ты сейчас
запускаем организм. Китайский фитнес. Соединение современных технологий и природы, спорт, здоровье. Но только нужно очень осознанно к этому подходить, без ума лететь. Потому что за эти несколько дней видел, о, красотища, несколько человек с трассы увозило. Мобильная бригада. Ключей. Санки специальные, санки на сетке. Так, конечно, подышать воздухом. Два дня и крепатурка. Особенно когда налегке, когда питание, я вот с утра поел салатик, 8 утра, 8.30 уже на трассе, и вот сейчас уже 16.00, еще ничего не пил, я отлично себя чувствую, праной напитался. Я, кстати, никаких научился без инструктора, просто встал и поехал. Пару раз спустился на горке для обучения на 7-й трассе, легкой, 2 раза. Все, на 3-й раз уже понял, что пора гору повыше. Первый день еще тоже несколько раз на синих, по синих посижал, и уже потом на второй день сразу же на красный пошел. Ну, пытаясь то, что я занимался спортом, велоспортом, у меня легко перестраивается, как будто за ночь программа загружается. Лыжный спорт, загрузить! Домик, там мы сейчас живем. Вообще, вот утром вышел, оттуда повис на завтраке, где там
и дворок Курчева. Включены проживания. И вот вышел и сразу матрас спустился и все на подъем. Ой, за первый раз плывем. Ой, хорошо вообще. Ура, на сегодня хватит. Чувствую, с 8.30 утра до 16.30 без перерыва выполнил программу. Сейчас пойду тусить. О, крыса-то какая. Hello. Hello. Сейчас будет поставиться громче горы. О, вообще, как это возможно? Люди бесстрашные. Thank you.
приехали к Родионечку уже. 16-го. А вон Игорёха едет. Офигеть. Я там так... Мы проехал метров 20. Лёжа? Да. Да? Вообще, ну, чуть не улетел в лес, но так отлично. Абсолютно все хорошо. That's exactly what could offer you, exactly what you are looking for, to feel fulfilled, to feel real love. And to feel the highest pleasure ever you could experience.